24 октября в Азербайджане волейбольная команда «Амичка» начинает выступление в престижнейшем волейбольном турнире Лиги чемпионов. Накануне дебюта кошек в элитных европейских соревнованиях состоялась пресс-конференция. Очень почетно и в этом году принимать участие в Лиге чемпионов. За историю волейбола в прошлом году мы с вами были свидетелями мужского волейбольного турнира. Команда из Сибири, из Новосибирска была. Но команды Сибири либо Зауралья никогда ни одной команды не поднималась в Лиге чемпионов, не играла. По словам главного тренера команды, к играм Лиги чемпионов «Амичка» готовится в обычном режиме. В группе А кошкам предстоят встречи с французским, азербайджанским и немецким клубами. Одним из главных соперников наставник команды Зоран Терзич видит бакинскую «Рабиту». Француженок, напротив, считает явными аутсайдерами. Говорить настрой на азербайджанскую команду будет особым. А вот рекордсменка Лиги чемпионов и лидер атак «Амички» Наталья Мамадова за годы выступления в турнирах самого высокого уровня считает, что всегда нужно настраиваться только на победу. Для меня не имеет разницы, это игра Лиги чемпионов или это очередная игра чемпионата. Хочется выигрывать и там, поэтому для меня настрой один и тот же. Но, может быть, для тех игроков, которые не играли никогда в таких турнирах, для них это важно, как, может, показать себя или свой уровень на международной арене и как-то заявить о себе. Ну, я полностью с Наташей согласна. В принципе, если ты профессионал, ты будешь настраиваться на каждую игру. Все равно это игра чемпионата России с какой-то командой, не за турнирной таблицей. Или игра Лиги чемпионов. На самом деле, когда вот ты первый раз выступаешь в таком турнире, это очень волнительно и действительно очень интересное соревнование. Я думаю, всем омским болельщикам понравится. Пусть, конечно, приходят и посмотрят. Потому что действительно, это совсем, ну, тут отличается на самом деле от чемпионата России. 21 октября волейбольный клуб начал продажу билетов на матчи «Амички» в Лиге чемпионов 2014. На групповом этапе 54-го розыгрыша Champions League омские кошки проведут 6 матчей, в том числе 3 встречи на домашней площадке в спортивно-концертном комплексе имени Виктора Блинова 31 октября, 4 и 17 декабря.